Едешь с ребенком в машине, позаботься о его безопасности. В преддверии учебного года дорожное движение весьма оживленное, и почти в каждом автомобиле находится ребенок. Сотрудники ГИБДД провели рейд на улицах города, проверили, правильно ли родители перевозят своих детей. Вот этого водителя напоминаю, что он, как водитель, несет персональную ответственность за тех, кто с ним вместе передвигается, особенно если это ребенок. Детские удерживающие системы должны соответствовать возрасту, весу и росту ребенка. Кроме того, их подразделяют на 4 категории – от 0 до 12 лет. Только они могут обеспечить безопасность во время движения. Напомнить водителям, что перевозить детей безопаснее всего, как я уже сказал, в детских удерживающих устройствах, следить за ними, чтобы они не отстегивались. Вот. Ну и в преддверии, конечно, школьных будней. После проведенных каникул у бабушек, у дедушек на даче. Именно халатность и невнимательность родителей является главной причиной ДТП с участием детей. Согласно статистике, на территории Одинцовского городского округа за последние 8 месяцев произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, пострадавших в количестве 8 человек. Сотрудники дорожной полиции надеются, что эта статистика уменьшится. Как показали результаты рейда, наши автомобилисты с правилами ознакомлены и своих детей перевозят правильно. У меня 4 детей, все всегда пристегиваю. Двойняшки, маленькие, 8 лет еще. Нужно пристегивать ремнем безопасности. И если не позволяет в данный момент высота роста, то необходимо на сиденье установить... Называется либо подставка, да? Либо нижняя ступень удерживающего устройства кресла. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».